У Могилеве автомобиль сбил 13-годового школьника. Авария отбылась на перекрыжевании Минской шаши и в улице Калиновского. Как поведомляют у Дяжавтоинспекции, 13-годовый велосипедист пересекал проездную участку дороги по регулируемом переходе, але не спешился. У гэты момент он трапил под коло автомобиля БМВ, который поворачивал на улицу Калиновского. У вынику ДТЗ потерпелого шпитализовали. Супрацовники Дяжавтоинспекции просят водителей быть надзвыча осторожными при подъезде до пешеходных переходов и больше уважливыми до велосипедистов, особливо малолетних.